11 января на Руси называли «страшной день». Считалось, что в этот день и особенно вечер, темное время суток, неистовствует нечисть. Нечистая сила активна на протяжении всех святок. Но в этот день ее стоит опасаться особенно, и для этого есть определенные указания, что можно и что нельзя делать в страшной день. Народные поверья тесно переплелись с датой в православном календаре. Православная церковь в этот день почитает память младенцев, убитых при царе Ироде. Этот ужасный эпизод описывается в Евангелии от Матфея. Согласно преданию, волхвы, пришедшие выразить свое почтение новорожденному Иисусу, не сообщили Ироду о его местонахождении. Известно, что волхвы увидели звезду в небе, которая ознаменовала им рождение Мессии, и пошли в Вифлеем в поисках младенца. Они должны были вернуться в Иерусалим к царю Ироду, но не сделали этого. Они получили откровение о том, что должны поступить по-другому. Тогда царь разгневался из-за того, что его оскорбили. Сильно встревоженный известием о рождении Спасителя, Ирод приказал убить всех младенцев в Вифлееме в возрасте до 2 лет. Ирод был уверен, что с помощью этого способа сможет уничтожить богомладенца, которого считал своим соперником. Так он истребил тысячи невинных детей, но нужного не нашел. Позднее Ирода покарал гнев Божий. Тело его как бы снедаемо невидимым внутренним огнем. Но даже находясь на пороге вечного проклятия, тиран не перестал сеять ужас своими злодеяниями. День памяти 14 тысяч вифлеемских мучеников-младенцев, пострадавших ради Христа по приказу царя Ирода, отмечается с V века. Также в этот день православная церковь почитает память святого Иосифа Обручника. В этот день люди ходили в церковь, молились святому и особенно оберегали детей. Иосиф Обручник был обрученным мужем Пресвятой Богородицы. Согласно евангельскому рассказу, святой жил в Назарете и занимался плотничеством. С Девой Марией Иосиф обручился в преклонном возрасте после смерти своей первой супруги. Наши предки шли в этот день в церковь, чтобы помолиться за души детей-мучеников. В этот день нужно тщательно оберегать детей. Каждая семья проводила свои ритуалы. Кто-то молился, кто-то заботился о ребенке, а кто-то изготавливал обереги. Считается, что этот день нужно посвятить своим родным и близким. Также он подойдет для начала чего-то нового. 11 января продолжалось святочное гадание, но ими занимались только бесстрашная молодежь по вечерам. На Иосифа Обручника были самые сильные морозы. Люди в этот день отдыхали, собирались семьями, говорили, проводили различные обряды, шутили и весело проводили время. 11 января наши предки старались не выходить на улицу, чтобы не простудиться и не заболеть. Чтобы защитить младенца от зла, в колыбель клали хлеб, рыбную косточку, монету и чертополох. Чтобы малыш спокойно спал, девочки в кроватку клали веретено, а мальчику – стрелу. Трижды крестили ребенка и на пороге комнаты оставляли нож, топор и серп. Считалось, что они станут защитой от темных сил. Чтобы снять с глаз с несчастливого ребенка, собирали белье с его постели и разжигали из нее большой костер. Затем над пламенем произносили особые слова. «Как неприятности зашли, так они от меня ушли. Как горе принеслось, так оно и на костре сожглось». Пепел развивали по ветру, чтобы беда в дом больше не смогла вернуться. Чтобы жить в благополучии и богатстве, рыбную чешую складывали на 7 маленьких кучек. На каждую клали по монетке и заговаривали. После деньги прятали в тайное место, а чешую закапывали подальше от дома. Чтобы в семье конфликтов не было, хозяйка подметала в доме пол, мусор относила к порогу и 3 раза говорила: «Сила злая, уходи, все скандалы забери».
После мусор нужно было закопать под сухим деревом. Что нельзя делать в день 11 января? В эту дату ни в коем случае нельзя выпускать маленьких детей на улицу в одиночку. Если вы вышли из дома с ребенком, то нельзя спускать с него глаз и нельзя отпускать его одного. Нельзя желать здоровья и счастья, все исполнится ровно наоборот, то есть человек будет болеть, уйдет даже то счастье, что у него есть. В одиночку нельзя ходить в безлюдные места, можно повстречать нечисть, увидеть ее воочию, пострадать от ее проказ. Нельзя охотиться и рыбачить, нельзя ходить в лес и к водоемам. На протяжении святок беснуются лешие и водяные русалки, могут наказать человека, который вторгся в их территорию и ловит рыбу или стреляет в животных. Без особой надобности детям и взрослым не стоит выходить на улицу, отправляться в путь, идти в незнакомые места. Нельзя ссориться, ругаться, сквернословить, сплетничать, лгать, драться. Такие действия привлекают человеку злую силу, которая расценивает подобное поведение как приглашение для нее самой. Даже самый маленький конфликт может перерасти в серьезный. У человека могут начаться проблемы различного плана. Нельзя горевать, страдать, пребывать в унынии, прислушиваться к чужим ссорам, чужой брани. Это все может привлечь человеку или в его дом нечисть. Что же можно делать в этот день? Во дворе разжигали костер, чтобы спалить все болезни и неприятности. Нечисть боится огня, близко к дому и тем, кто рядом с костром, не подойдет. Надежным оберегом от злых сил являются острые предметы. Топоры, ножи. Клали под люльку младенца, под кровать, у входной двери, на пороге. Веники и метлы нужно убрать от входной двери или окон и вместо них поставить топоры острием к выходу. Молодые девушки гадают на суженого, на свадьбу, на будущее. Одно из гаданий выглядело так. На всю ночь оставляли подвешенный гребень сарая. Утром возвращались и смотрели, какого цвета волосы на гребне. Такие будут у будущего мужа. Для защиты младенца в колыбель клали сухой цветок чертополоха или краюшку хлеба, или косточку поросенка в форме монеты. Лучший выбор – побыть дома, вместе с родными и близкими, провести этот день максимально спокойно. В страшной день нужно проявить свои лучшие качества, нести в мир добро и позитив, помогать, проявлять милосердие, побольше улыбаться и быть искренним.